Всем привет! Сегодня будем делать стоки флипы в этих Vans Old School'ах. Это модель из новой линейки Vans Skateboarding. У нас есть подробное видео насчет нее с Пашей. Он там все рассказал. В общем, можете посмотреть. А я сегодня буду делать стоки флипов и проверю их на стойкость. Погоду мы для вас снимаем видеоролик. Значит, мы сделали порядка 50 флипов. У нас вот тут вот стерлась уже ткань, но это поверхностная ткань, там еще несколько слоев, поэтому ничего страшного. Вот у нас тоже чуть-чуть постерлась резина, но пока что ничего критичного нету. Едем дальше.
чувак, я сейчас это, кеды тут смотрю. Кеды сейчас смотрю, давай перезвоню. Сами понимаете, бизнес. Так что вот, мы сделали 100 кикфлипов в этих офигенских Vans Old School. Значит, у нас вот тут вот порвался первый слой. Это не критично, здесь у меня, в этом месте у меня всегда рвется в первый же день. Там еще несколько прочных слоев ткани. Вот, также у нас потерь, вот тут каких потерь, блядь. Также у нас немного стерлась резина вот тут, во флиповой, блядь, какой флиповой зоне, что я говорю вообще. Также у нас стерлась резина в носке, именно в том месте, где я флипую, как раз я увожу вот этой частью. Поэтому тут у меня больше всего и стерлось. Все по-разному это делают, у меня так. Я считаю, что кеды показали себя очень достойно. Я еще в них буду кататься, думаю, месяц. Ну, или неделя три. Всем спасибо. Всем хорошей каточки, хороших кикфлипов. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал. Ебашим колокольца. Вот так. У меня...